здравствуйте! Наверняка кого-то из вас спросят, какой была эта неделя. И также наверняка прозвучит уже привычный ответ, такой же непростой. В сегодняшнем потоке информации порой трудно разобраться, что окажется в ближайшем будущем тем самым главным. Но вы слушайте и смотрите, а мы поможем расставить акценты недели. Центральной темой уходящей недели стала инициатива президента Республики Молдова Игоря Дадона об аннулировании закона, который обязывает население страны возвращать украденный миллиард. Правительство выступило с отрицательным заключением по этому поводу, в очередной раз дав понять, что не собирается освобождать граждан от этого бремени. Против рассмотрения инициативы президента высказались и представители парламентского большинства в комиссии по экономике, бюджету и финансам. Несмотря на реакции властей, Игорь Дадон отметил, что не только будет настаивать на ее рассмотрении в парламенте страны, но и выступает за поименное голосование депутатов по этому вопросу. Позицию главы государства поддержали его коллеги из партии социалистов. Председатель формирования Зинаида Гречаная отметила, что фракция ПСРМ будет выдвигать инициативу по отмене антинародного закона на каждом заседании законодательного органа. Социалисты вновь встали на защиту граждан. Законодательная инициатива президента страны Игоря Дадона об аннулировании закона, перекладывающего возврат украденного миллиарда на плечи граждан, не будет оставлена на волю случая. Фракция партии социалистов будет продвигать предложение главы государства на каждом заседании законодательного органа, используя для этого все возможные законные способы. Partidul socialiștilor va susține inițiativa președintelui Republicii Moldova, domnul Igor Dodon, privind anularea acestei legi antisociale. Noi vom promova această inițiativă, vreau să vă aduc la cunoștință, la fiecare ședință a legislativului. Noi suntem categoric împotriva punerii pe seama cetățenilor a acestui miliard furat din sistemul bancar. Как президент Молдовы, так и председатель партии социалистов убеждены, по вопросу аннулирования закона должно быть проведено номинальное голосование, чтобы молдавский народ знал своих героев. Есть инициатива легислативы Дежан парламент, пикаре ам семнату шести, прима инициатива пришнителю Республики Молдова, ан декембрия анул трекут. Eu voi insista că această inițiativă să fie pusă la vot în plenul Parlamentului și aș vrea un vot nominal să vedem fiecare cum votează. Fiecare deputat, prin votul său, să spună foarte clar cetățenilor că este pentru ca oamenii să achite acest miliard sau nu. În caz dacă majoritatea parlamentară nu va susține, eu cunosc că deja Partidul Socialiștilor a inițiat crearea grupului de inițiativă pentru un referendum național ca oamenii să se expună referitor la anularea acestei lege. Noi vom insista ca în Parlament votarea să fie nominală de către fiecare депутат сепарат, ка тоата лумя саш кунаска и роисей. В случае, если парламентское большинство решит пойти против воли народа, то последнее слово будет за гражданами Республики Молдова, убеждена Зинаида Гречаной. Жители Молдовы должны сами решать, готовы ли они покрывать из собственного кармана кражу миллиарда из финансово-банковской системы страны, которая была осуществлена при непосредственном участии представителей власти. Дак majoritatea, această majoritate parlamentară nu va promova inițiativa președintelui Republicii Moldova, atunci noi vom fi nevoiți, fracțiunea noastră, partidul, să consultăm opinia cetățenilor. Mai bine zis, noi vom organiza un referendum consultativ cu cetățenii. Напомним, что инициатива президента Республики Молдова Игоря Дадона, касающаяся аннулирования закона, предусматривающего возврат миллиарда посредством рядовых граждан, была рассмотрена на 4 парламентских комиссиях, 3 из которых дали положительное заключение. При этом накануне правительство во главе с демократом Павлом Филиппом, дав негативное заключение инициативе главы государства, еще раз подтвердило позицию власти. Кражу века должны покрывать граждане Молдовы.
Несмотря на то, что дата первого в этом году заседания парламента все еще неизвестна, социалисты уже обозначили свои приоритеты в предстоящей сессии. Фракция партии социалистов подготовила целый пакет социальных инициатив, а также планирует поддержать и продвигать инициативы президента страны Игоря Дадона в парламенте и будет использовать все законные способы для объявления досрочных парламентских выборов. În perioada precedentă, fracțiunea socialiștilor din Republica Moldova a înaintat 219 proiecte de inițiative legislative, inclusiv 42 din sfera socială, menite să îmbunătățească condițiile de trai, condițiile sociale ale populației Republicii Moldova. Eu vreau să menționez de asemenea că au fost depuse 43 de sesizări la Curtea Constituțională. Doar în ultima perioadă, 22.000 de cetățeni din Republica Moldova care s-au adresat la partid au beneficiat de asistență sub formă de produse alimentare, 26.000 au beneficiat de asistență juriștilor noștri. Увеличение фонда субсидирования для фермеров, снижение цены страхового полиса и расширение включенных в него медицинских услуг, а также увеличение списка компенсируемых лекарств – это лишь некоторые из приоритетов партии социалистов на 2017 год, которые направлены на улучшение условий жизни молдавского народа. Prima prioritate a partidului de asemenea rămâne să fim cât mai aproape de cetățeni și lucrul acesta vom face permanent. Vreau să vă informez că au fost pregătite circa 20 de proiecte de legi noi, plus la cele care sunt în examinare în Parlament. În special este vorba de proiectul de lege privind indexarea pensiilor de două ori pe an, cumulativ cu circa 20%. Аналогичную позицию главы государства озвучила и Зинаида Гречаный. Председатель партии социалистов твердо убеждена, что единственный шанс Молдовы выйти из тупика, в котором страна находится с 2009 года, это полная перезагрузка власти путем проведения досрочных парламентских выборов. Pentru acest lucru, precum și pentru punerea în aplicare a inițiativelor noastre despre care v-am comunicat numai ce, noi vom face tot posibilul și vom întreprinde toate acțiunile legale ca să obținem declanșarea alegerilor parlamentare anticipate. Также председатель партии социалистов Зинаида Гречаный отметила, что социалисты поддержат инициативу президента Молдовы. Напомним, до начала марта Игорь Дадон планирует инициировать изменение Конституции для наделения главы государства дополнительными полномочиями по роспуску парламента. На этой неделе председатель партии социалистов Зинаида Гречаный совершила визит в Москву, где встретилась с председателем партии «Единая Россия» Дмитрием Медведевым. Итогом встречи стала договоренность о подписании соглашения о межпартийном сотрудничестве. Елена Петровна, ну, мы с вами работали в тот период, когда вы возглавляли правительство. Ну и не скрою, конечно, сейчас не самая простая пора во взаимоотношениях между Российской Федерацией и Республикой Молдова. Но у нас есть возможность эти отношения все-таки развивать. И не только на государственном, правительственном уровне, но и в рамках межпартийного сотрудничества. Как председатель партии «Единая Россия», считаю, что это было бы неплохим вариантом развития межпартийного диалога. Мы можем подумать о том, чтобы наши коллеги общались по различным направлениям и на партийном уровне, и на межпарламентском уровне. Вот. Ну и, наверное, подумать о том, чтобы подготовить и соглашение о сотрудничестве между нашими партиями, как это мы делаем с другими партиями, с которыми «Единая Россия» хорошие отношения. В Молдове очень высоко ценят позицию Российской Федерации о том, что Молдова должна быть суверенной, независимой страной. Мы в этом направлении будем работать. Игорь Николаевич Дадон, когда встречался с Владимиром Владимировичем Путиным, получил полную поддержку. Спасибо огромное, у вас очень огромный политический опыт у партии, поэтому вот ваше предложение о том, чтобы подписать соглашение, ну официальное соглашение, потому что неофициальное у нас есть поддержка, мы поработаем с нашими коллегами из Государственной Думы и на партийном уровне, но подписание официального соглашения, спасибо огромное, это большая политическая поддержка, скажем так. Мы же с вами серьезные политические силы возглавляем, да. Поэтому должны быть не только неформальные хорошие отношения, но и официальные отношения хорошие. Спасибо огромное. Давайте так и сделаем, давайте еще запечатлимся.
таким образом. Напомним, свой первый официальный визит президент Республики Молдова Игорь Дадон предпринял в Москву, где встретился с президентом России Владимиром Путиным. По словам заместителя секретаря Генсовета «Единой России», члена Комитета Госдумы по международным делам Сергея Железняка, эта встреча важна со стратегической точки зрения для выстраивания полномасштабных отношений между Россией и Молдовой. Мы ценим факт того, что первый официальный визит новый лидер Молдовы совершил в Москву. Россия и Молдова связаны десятилетиями дружбы и сотрудничества. Между нашими народами существуют неразрывные исторические и культурные связи. В конце прошлого года ПСРМ подписала 7 межпартийных соглашений, а в этом году уже договорилась расширять взаимовыгодное сотрудничество с правящей в Турции партией «Справедливости и развития» и Коммунистической партией Китая. Согласно последним опросам общественного мнения, если бы в ближайшее воскресенье состоялись парламентские выборы, то партия социалистов Молдовы в абсолютных цифрах, если учитывать только определившихся избирателей, могла бы получить большинство в парламенте – 62 мандата. Тем временем договоренности, достигнутые между Игорем Дадоном и Владимиром Путиным, начинают реализовываться. В Молдове с визитом находятся эксперты Роспотребнадзора. Ожидается, что в результате проведенных ими проверок как минимум 13 винодельческих предприятий нашей страны получат возможность вновь поставлять свою продукцию на рынке России. А уже до конца февраля может быть разработан и внедрен механизм, который отменит запрет на въезд для более чем 50 тысяч наших сограждан, ранее допустивших нарушения в Российской Федерации. В ближайшие недели глава государства намерен выполнить еще одно свое обещание, а именно приблизить страну к досрочным парламентским выборам. Глава государства отметил, что действующая конституция не позволяет президенту и народу распустить парламент, за исключением двух способов, не предоставляющихся возможными на данный момент. Речь идет об отставке премьер-министра и неназначении нового главы правительства, или о непринятии законов в парламенте. Актуала конституции не оферы. Președintelui și poporului, alte mecanisme decât cele două existente care nu sunt valabile în această situație. Actuala majoritate parlamentară dispune de suficienți deputați pentru a asigura și primul și al doilea obiectiv. Cu toate că ei nu vor merge la schimbarea guvernului prim-ministru, pentru că în cazul ăsta eu voi bloca numirea oricărui candidat. В данной связи глава государства намерен выйти с инициативой по изменению Конституции Молдовы для того, чтобы наделить президента правом распуска парламента в иных условиях, нежели тех, что предусмотрены высшим законом страны. Предложение, по словам Дадона, будет озвучено до конца февраля или, позднее всего, в начале марта. А инициировать изменение Конституции могут 34 депутата парламента Республики Молдова, правительства или граждане. Я не исключаю. Că noi am putea să ajungem la ideea unui referendum național pentru modificarea Constituției, pentru atribuții suplimentare oferite președintelui țării. Dar vom vedea. La sfârșitul lunii februarie, începutul lunii martie, eu voi iniția această modificare, așa cum am promis. Scopul este să obținem alegeri parlamentare anticipate. Напомним, что согласно последнему опросу общественного мнения, среди населения Республики Молдова почти 55% граждан Молдовы позитивно оценивают возможность проведения досрочных парламентских выборов в 2017 году. При этом за партию социалистов Республики Молдова намерены проголосовать около 49% граждан страны из числа определившихся. В политике самое важное – это последовательность и отстаивание национальных интересов своей страны, приверженность своим принципам и обещаниям избирателям. Об этом заявил президент Республики Молдова Игорь Дадон в интервью для телеканала «Россия-24», в котором он подчеркнул, позиция по принципиальным вопросам президента остается одинаковой, что в Москве, что и в Брюсселе. В западном информационном мире… Президент Республики Молдова Игорь Дадон подчеркнул, что не меняет позицию в зависимости от того, в каких столицах она озвучивается и отстаивается – в Москве или Брюсселе. Некоторые наши западные партнеры, наверное, привыкли, что очень часто молдавские политики приезжали в Брюссель либо в Вашингтон и говорили то, что нравилось чиновникам Европейского Союза, Соединенных Штатов. Я им говорил честно, открыто, говорю, ребята, вы должны быть готовы к тому, что я буду говорить то, что происходит на самом деле. Я неоднократно говорил и буду дальше проводить вот четкую, ясную позицию. Я не буду менять свое мнение в зависимости от столицы государства, где я нахожусь. У меня была единая позиция
и во время своего официального визита в Москву. И у меня единая позиция, та же позиция в Брюсселе. В этом контексте президент Молдовы отметил тот факт, что в рамках визита в Брюссель у него состоялась честная, открытая беседа с еврочиновниками. Я им сказал открыто: ребята, то, что вы делаете последние годы в Молдове, ну, оно влияет плохо для вашего имиджа, потому что люди вам не доверяют. И не надо убеждать президента. Вот кто-то говорил, давай Дадон поедет в Брюссель, и там его убедят, что надо быть там другом с Европой. Мы не хотим войны с Европой, мы хотим дружить с Европой. Это наши соседи, у нас общая граница, мы торгуем с Европой, здесь есть инвестиции. Но соглашение об ассоциации, которое внедряется последние два года, мы видим, что есть проблемы. И со всеми этими аргументами, конечно, у нас была открытая дискуссия со всеми, и с Юнкерами, и с Тусками, и с Могерини, и с другими нашими партнерами. Мне кажется, что они услышали. Напомним, что с 6 по 8 февраля президент Республики Молдова Игорь Дадон осуществил официальный зарубежный визит в Брюссель, где провел ряд встреч с высокопоставленными европейскими чиновниками, а также с руководством НАТО. Глава государства поблагодарил представителей ЕС за оказанную Молдове поддержку, однако указал и на негативные стороны внедрения соглашения об ассоциации. Кроме того, Игорь Дадон высказал свою категорическую позицию относительно открытия офиса НАТО в Кишиневе. На этой неделе Высшая судебная палата рассмотрела и утвердила ходатайство администрации президента о нетранспарентности конкурса, по результатам которого на пост генерального прокурора был назначен Эдуард Харунжин. Таким образом, в ближайшее время чиновник может быть лишен должности, на которую он, как считает глава государства, был назначен незаконно. Администрация президента Игоря Дадона инициировала процедуру обжалования результатов конкурса, по результатам которого Эдуард Харунжин получил пост генерального прокурора. Сядмите демерсову репрезентанту и аппарату учреждения выпривен дотражелем процесса прокурору генерал. Сядрачи прокурору генерал Эдуард Харунжин. Процессу интентат лачерлял Григорий Петренко Шаптову. Аппарату учреждения Республики Молдова. Привен ануаре актива административе. Инкалитате де интервенентак часурю и партия аппаратуру. Luând în considerație că rezultatul concursului îl vizează în mod direct pe domnul Harunjic, și anume, în baza acestui concurs a fost emis decretul președintelui privind numirea dumnealui în calitate de procuror general, ajungem la concluzia logică că dacă rezultatele acestui concurs vor fi anulate, atunci și decretul președintelui privind numirea dumnealui în calitate de procuror general va fi unul nul. В висковом заявлении, поданном в Высшую судебную палату, содержатся ссылки на многочисленные нарушения закона, допущенные при организации конкурса. Коду де процедур цивила приведе мод експрес облигативитате инстанции де атраче ин калитате де интервенент аксесорио а терселор персоане, каре ну ау претенции проприи, инса каруор дрептури сау облигации пот фи визате сау лезате принтро евентуалу хотарери. Ранее глава государства Игорь Дадон потребовал отправить в отставку генерального прокурора, основываясь на многочисленных процессуальных нарушениях. Президент Республики Молдова отметил, что сделает все возможное для организации повторного конкурса и назначения другого лица на пост генерального прокурора. Харунжин не мог быть выдвинут в качестве кандидата по причине того, что закон о прокуратуре запрещает выдвижение кандидатами лиц, которые были членами Высшего совета прокуроров в течение последних 6 месяцев. В то же время выдвинул кандидата прежний состав Высшего совета прокуроров, то есть непосредственные подчиненные Эдуарда Харунжина. И это несмотря на то, что согласно закону о прокуратуре они должны быть отправлены в отставку, а их должности перед конкурсом должны были занять новые люди. Это ставит под сомнение объективность и беспристрастность прошедшего конкурса. Есть много способов аннулировать указ о назначении. Нужно взвесить последствия. Одно из этих решений мы примем в ближайшее время. Этот прокурор должен уйти в отставку. Мы организуем новый конкурс на назначение генерального прокурора. Заседание Высшей судебной палаты пройдет 2 марта. Глава юридического управления Генеральной прокуратуры Мирча Рошуору в разговоре с журналистом нашего телеканала отметил, что не может комментировать заключение, так как оно обжалованию не подлежит.
Мы будем соблюдать решение суда и изучать дальнейшие постановления, заявил Мир Чарашуору для Акчин ТВ. Напомним, что после проведения конкурса на должность генпрокурора не прошло и 24 часов, как бывший президент страны Николай Тимофти подписал декрет о назначении Эдуарда Харунжина на должность генерального прокурора. Тем временем демократ Тодор Копач был избран на должность директора Национального агентства по регулированию в энергетике по результатам конкурса, прошедшего за закрытыми дверьми. Он уже заявил, что у него нет решений по снижению цен на электроэнергию. По словам гражданских активистов, отбор, организованный парламентской комиссией, проводился нетранспарентно, а участники конкурса говорят, что его результаты были известны заранее. Депутаты партии социалистов четко обозначили свою позицию. Кандидатов от нынешнего правительства они поддерживать не будут. Таким образом, кандидатура Тодора Копача заручилась голосами представителей парламентского большинства и депутатов-коммунистов. Бывший вице-министр экономики, член Демпартии Тодор Копач в ближайшее время может стать директором НАРЭ. Такое решение было принято на основании конкурса, проведенного парламентской комиссией по экономике, бюджету и финансам совместно с экспертами Кабинета министров в области энергетики. Депутат парламента, председатель партии социалистов Зинаида Гречана сделала однозначное заявление о том, что ПСРМ не поддержит кандидатов действующего правительства. Ной новом сосцене ничего кандидатуры, а актуалей гувернер. Репрезентанту ностру апарчипат ин комиссия, а факуту и авуларе респективы, дар ной ну парчипем ла ачаста гувернаре, ши консидерем орче кандидатура нар фи пропуса, есть у кандидатуры, кар есть инфлуенцата политик. Че нар зиче актуала гувернаре? С другой стороны, представители парламентского большинства вместе с депутатами ПКРМ заявляют, что Тодор Копач является кандидатурой, подходящей на данную должность. Импари Кадону Копач, если кандидатура потребит. Че ține de candidatura care a fost desemnată de către comisie? Acesta este rezultatul final al concursului care a fost punctat. De aceea eu consider că candidatura care a fost desemnată este candidatura cea mai potrivită. В конкурсе на должность главы НАРЭ приняли участие 12 человек. Один из них, Сергей Онгуряну, отметил, что результаты конкурса были известны заранее, а члены комиссии просто не способны оценить знания кандидатов, потому как большинство из них не обладает необходимыми знаниями в области энергетики. Era una care era previzibilă că următoarea funcție va fi anume aceasta. Observăm și noi că comisia nu este cea care este una specializată, nu sunt oameni care au studiile respective și în domeniul energetic. Chiar și colegi din energetică, și colegi care se interesează de domeniul, s-au exprimat de mai multe ori comisia dacă se cunoaște deja câștigătorul. Кандидат от Демпартии Тодор Копач стал победителем конкурса, который проводился за закрытыми дверями, несмотря на просьбу гражданского общества и экспертов в области энергетики провести конкурс публично. Ранее, отвечая на вопрос журналистов о причине, побудившей его принять участие в конкурсе, Тодор Копач заявил, что решения, как снизить цены на электроэнергию, у него нет, но он надеется, что опыт работы в Министерстве экономики ему в этом поможет. В качестве председателя одной из территориальных организаций Демпартии во время предвыборной кампании на президентских выборах Тодор Копач активно поддерживал демократа Мариана Лупу. Решение об утверждении Тодора Копач в должности директора НАРЭ должен вынести депутатский корпус на пленарном заседании. Родители больше не будут платить за аренду школьных учебников. Таким на этой неделе был вердикт Конституционного суда, который рассмотрел обращение по этому поводу депутатов партии социалистов Василия Боля и Владимира Односталко. Вопреки закону о бесплатном образовании, который предусмотрен Конституцией нашей страны, долгое время Министерство образования поступало иначе. Однако с нынешним постановлением Конституционного суда в этом вопросе поставлена точка. Мы рады, то, что мы смогли наконец-то сегодня добиться права наших детей, детей Республики Молдова, чтобы они не оплачивали плату за пользование учебниками. Дети должны учиться бесплатно, пользоваться учебниками бесплатно, пользоваться партами бесплатно. Это нормальная практика. Демпакати де чест дрепт Конституция Республики Молдова. Nu vor beneficia elevii care studiază.
studiază în licee, însă vor beneficia doar elevii care studiază din clasa 1 până în clasa 9, adică ciclu primar și gimnazial. Urmează ca deputații să înregistreze vreo inițiativă legislativă prin care să le acorde dreptul și copiilor care învață în clasele liceale, ca și ei să beneficieze de... В столице скандал между жильцами и застройщиком на Милеску-Спытару-27 продолжился на этой неделе. Представитель строительной компании, которая ведет работы по возведению жилого комплекса на месте детской площадки по адресу Милеску-Спытару-27, созвал пресс-конференцию прямо на месте скандального строительства. Претендуя на объективность и беспристрастность, Марчел Дария не позволил присутствовать на пресс-конференции двум телеканалам «Акчен-ТВ» и «НТВ Молдова», которые с самого начала оперативно информировали общественность о сложившейся ситуации и протестах возмущенных граждан. При этом скандал на Милеску-Спытару, в котором замешан Марчел Дария, вскрыл некоторые подробности его прошлой предпринимательской деятельности. В адрес АКЧЕН-ТВ поступил ряд жалоб от граждан, пострадавших в результате мошеннических схем Дария. Начало пресс-конференции Марчелла Дария на месте скандальной строительной площадки было обнадеживающим. С места в карьер юридический представитель фирмы-застройщика запретил АКЧЕН-ТВ и НТВ присутствовать на пресс-конференции. Григорий Новак, депутат парламента от партии социалистов, партии, которая была рядом с протестующими с самого начала работ, которые проводились без необходимых для того документов, отреагировал на своей странице в социальной сети. Вот так представляет себе Марчел Дария свободу мнения и выражения. Демократия во всем смысле этого слова. Принимается только удобная пресса, которая не задает много вопросов. АКЧЕН-ТВ и НТВ Молдова не имеют аккредитации на события или скандал, устроенный этим гражданином с заниженным уровнем совести. Пытаясь изложить свою позицию перед теми, которым все же достались входные билеты, Марчел Дария начал свое выступление с обвинений, ссылаясь на определенные причины. Но я вижу ситуацию, когда примария или берязу на акт, примару семня за акту респектив, что писте перевода примару аннуляза авторизация респектив. Ответ вполне очевиден. Несмотря на отсутствие надлежащих документов для проведения строительных работ по улице Милеску-Спытару и постановление генпримара о приостановлении авторизации, строители продолжали работу. В этом ключе позиция социалистов остается прежней. На каком основании и знал ли Афичо кадастр об этом? И знали ли люди о том, что авторизация приостановлена? В случае приостановки авторизации они не могут заключать договора, они могут заключать предварительные договора, но заключать договора и регистрировать их при недействующей авторизации они не могут. Это также нарушение закона. И Марчел Дария и эта компания должны были предупредить жителей о том, что в настоящий момент, когда они заключали договора, действие авторизации приостановлено. Когда Афичо кадастр не должен был регистрировать эти договора. Были ли оповещены потенциальные владельцы о приостановленной авторизации, остается на совести правоохранительных органов. Однако, как сообщил сам Дария на пресс-конференции, квартиры в еще не построенном на Милеску-Спытару доме уже проданы. Со регистратом кадастру. Au fost vândute apartamente conform numerilor cadastrale și contractelor de investiții. Скандал на Милеску-Спытару-23, в котором замешан Марчел Дария, вскрыл некоторые подробности и его более ранней предпринимательской деятельности. В адрес АКЧЕН-ТВ поступил ряд жалоб от граждан, пострадавших в результате мошеннических схем Дария. Сотни семей, которые намеревались приобрести квартиру на мансардном этаже, сегодня переживают настоящий кошмар. Мария Крецу – одна из них. Несмотря на то, что
ее квартира должна была быть сдана в эксплуатацию весной-летом еще 2013 года, она не готова даже сегодня. Более того, жилье потеряло 90% стоимости. Sau îmbolnăvit și de cancer în urma retrăirilor și a tuturor. Sunt care au divorțat din cauza problemei, care s-a iscat și a rămas cu doi copii și lumea trăiește la gazdă. И если кому-то повезло больше, и они увидели хотя бы внешние стены или металлический каркас мансарды, то другим повезло меньше. У них по-прежнему нет крыши над головой. Это так называемая мансарда на самом деле представляет собой груду мусора. Здесь должны были жить 12 семей. 10 из них оплатили всю стоимость своего жилья, после чего директор строительной фирмы Марчел Дарри исчез вместе с деньгами. Тогда это вызвало серьезный общественный резонанс. Имя Дарьи звучало во многих СМИ с самыми скандальными заголовками. Первая партия, это которые люди инвестировали и остались на дороге. А вторая партия, у нее аварят каса. Я, что месседж, я смотрю, сколько дрзени шапа, он терен ушел от Милецку с Патару. Dar când l-a lăsat aici, o trebuie să ne aduc pe noi la cunoștință că el pleacă. Am depus scrisorile și reclamațiile că casa e avariată și ne plouă și o trebuie tot așa cu așa dărzenie să vii, să conserveze casa și apoi urmă să plece. Să vă fie clar că Marcel a început 18 mansarde, dintre care nici una nu e finalizată, dar une-s banii. Те, кто доверяли строительной компании, обязавшейся строить квартиры, в конце концов обивали пороги нескольких учреждений, защищая свои права. Напомним, что ассоциация жильцов обратилась в правоохранительные органы, чтобы пролить свет на обстоятельства этого дела. На 23 февраля по данному вопросу назначен судебный процесс в апелляционном суде. Признания людей, ставших жертвами махинации Марчелла Дарьи, не остались без внимания председателя фракции партии социалистов в Кишиневском муниципальном совете Иоанна Чебана. Ведь именно социалисты все время пытались воспрепятствовать незаконным действиям компании-застройщика. На своей странице в социальной сети Чебан отметил, предприниматели с сомнительной репутацией должны быть занесены в черный список примарии, чтобы в будущем не допустить аналогичных инцидентов. Беспредельщик, на их жаргоне, тот, кто не вышел из криминальной романтики 90-х, считая, что подобного рода предприниматели, как и Дырда и многих других, надо занести в черный список примарии, чтобы им не выдавалось ничего, ни разрешений, ни аренды. Вспомните одного защитника европейских ценностей по имени Марчел Дарья, который начал незаконную стройку на чеканах, тот, который провел электрический ток к забору, ограждающему его незаконное строительство, чтобы туда не могли войти ни полиция, ни инспекция, тот, который толкал женщин. Написал Иоанн Чебан. Между тем, скандал на чеканах набирает обороты. В СМИ всплывают новые детали, одна любопытнее другой. А список сомнительных достоинств Дарья пополнился еще одним – лживостью, что подтверждает видеозапись, которая недавно появилась в интернете. Но вы не владелец этих фирм? Нет, я не владелец. Ни один, ни, ни в одной фирме нет, не владелец. Нет, ни одной фирмы. Вы такой, что я муниципальный советник, а вы кто такой? Хозяин стройки. Вы хозяин стройки, у вас авторизация на установку забора. Вы продемонстрируйте. Вы провоцируете. Продемонстрируйте авторизацию. Выйдите отсюда. Продемонстрируйте. Послушай, я стою на муниципальной земле. Вместе с разрастающимся скандалом на улице Милецку-Спытару вскрылись многие обстоятельства профессиональной деятельности Марчелла Дарьи. Несколько лет назад по его вине остались без крыши над головой несколько десятков семей. Одни владельцы несуществующих по сей день мансард на нервной почве заболели, другие были вынуждены уехать на заработки. А некоторых бесконечный квартирный вопрос довел до развода. Не утихает скандал с питанием детей в столице. После того, как стало известно о многочисленных нарушениях по этой части в детских садах муниципия, на этой неделе сигнал СОС пришел и из школ, где, по словам родителей, качество питания детей также оставляет желать лучшего.
Столица на грани нового продуктового скандала. Группа родителей пожаловалась в Главное управление здравоохранения, выразив недовольство качеством блюд, подаваемых школьникам. В дирекции санитации септемана трекута са адресат кызва паринц ши кызва ангажац дин кадру комбинатилу школари, кури ферири ла калитати алиментации ин школи примари, гимназии ши личеи. Au prezentat și câteva documente confirmative cum se formează acest meniu, unde insistă ca să fie creată o comisie pentru a face o evaluare complexă a celor cinci combinate școlare. И как обычно это бывает в ситуациях, когда в образовательные учреждения поступают испорченные продукты, в управлении образования сообщили, что не знали о существовании каких-то жалоб относительно питания детей в школах и лицеях столицы. В свою очередь, один из руководителей комбината, который занимается поставками питания для детей, заявил, что одним из решений является увеличение цены с 10 леев 50 банов до 35 леев в расчете на дневную норму для детей. La direcție nu am primit o plângere din partea directorului. Deci soluția ar fi următoarea, fie să fie majorată norma bănească și atunci evident că vom putea solicita și prin stabilind contract achitarea serviciilor sau crearea unui combinat sau unei întreprinderi municipale care să-și asume alimentația în instituțiile de învățământ principiu. Meniul este coordonat cu Direcția Sănătate Publică Municipală. Până ce plângeri nu avem, noi fiind o întreprindere la autogestiune financiară, evident că ca orice agent economic ne propunem să avem cât mai mult beneficiu. Pentru noi, ca să activeze întreprinderea acest subdiviziune normă, cred că prețul ar trebui să fie în jur de 30-35 de lei. В настоящее время в столице детские сады и школы обслуживают 5 пищевых комбинатов. Как правило, ежегодно аукционы выигрывают одни и те же комбинаты. После чего выбираются экономические агенты, которые поставляют продукты питания для образовательных учреждений. В начале недели стало известно, что Молдова временно приостановила импорт мяса птицы из ряда стран, где зарегистрированы очаги распространения вируса птичьего гриппа. Об этом сообщили представители Национального агентства по безопасности пищевых продуктов. Повышен контроль и на границах, и в связи со вспышками в соседней Украине свиного гриппа. Украина, а вем инжурла 162 де казури астас. 162 de cazuri și ultimele 3 cazuri au fost de boală la porcini, au fost aici, în regiunea Viniță. Avem peste 46 de puncte de trecere, mai mici sau mai mari cu Ucraina și riscurile sunt enorme. Avem călători, avem relații economice. Что касается снижения рисков, связанных с птичьим гриппом, то уже приостановлен импорт мяса птицы из стран, где были зарегистрированы очаги этой инфекции. Deci au fost state din Germania, din Ucraina, din Polonia și din Rusia. Cu țările care noi, pentru perioada cât este perioada de risc. Deci vă dau exemplu. Deci perioada de risc ține nu deci, de notificarea bolii într-o zonă doar. Perioada de risc în dependență unde ea se localizează. Mai aproape de frontiera sau nu aproape. Национальное агентство предпринимает все меры для контроля ситуации, однако страна должна быть готова к любому повороту событий. Avem un segment foarte liber, azi, care nu este monitorizat, este segmentul din Transnistria, unde practic am putea să avem probleme din această zonă, dar iarăși avem păsările călătoare care este greu de spus acum când o să se întoarcă din țările cele sau din locurile cele care au fost ele practic temporar localizate, este clar că riscurile sunt și noi trebuie să fim pregătiți pentru orice eventualitate. В настоящее время в Молдове зарегистрировано 45 миллионов голов домашней птицы, из которых 17 миллионов в частном секторе. В 28-ю годовщину вывода советских войск из Афганистана отметили на этой неделе в Кишиневе. По случаю даты глава государства выступил с инициативой ежегодно награждать орденами ветеранов этой войны. Первые медали 6 воинов-афганцев получат из рук президента уже в этом году.
Знамена Союза ветеранов-афганцев, стяги районных организаций, портреты погибших воинов и верный товарищ интернационалистов БТР-80. Это шествие как символ вывода советских войск из Афганистана. Вот те знаменитые исторические кадры. Уходим, уходим, прощайте, горы, вам видней. Кем были мы в краю далеком, пускай не судит однобоко нас кабинетный грамотей. Прощайте. Мы уходим с востока. На мемориальном комплексе «Сыновьям Родины. Вечная память» собрались сотни воинов-интернационалистов. Для многих это день как встреча выпускников. Выпускников самой суровой школы, школы жизни. Филипп Киареску встретил здесь своего друга, с которым вместе в госпитале залечивали афганские раны. Они не виделись 28 лет. Мы встретились, обнимались, даже поплакали чуть-чуть. Конечно, постарели мы. Вместе с воинами-интернационалистами почтить память погибших приехало и высшее руководство страны. Председатель парламента Андриан Канду призвал политиков больше не допускать того, чтобы граждане страны проливали кровь. Премьер-министр Павел Филипп рассказал о разработанной программе по повышению уровня жизни воинов-афганцев. Главнокомандующий вооруженными силами Республики Молдова, президент страны Игорь Дадон подчеркнул, что вывод ограниченного контингента советских войск из Афганистана – это важная страница нашей общей истории. Игорь Дадон призвал прекратить спекуляции относительно афганских событий. Многие из вас стали базой формирования форцелор армателей Республики Молдова. Уни. La baza formării structurilor securității naționale. Noi trebuie să ne mândrim cu experiența dumneavoastră. Eu voi face tot posibilul ca cetățenii Republicii Moldova să vă stimeze și să vă respecte, pentru că sunteți niște eroi adevărați. Глава государства заверил, что будет прилагать усилия, чтобы нынешнее и будущее поколение граждан страны сохранили уважение к воинам-интернационалистам. В последние годы, по мнению Игоря Дадона, власти не уделяли этому должного внимания. Я выхожу с инициативой, чтобы каждый год в этот день президент подписывал указы для того, чтобы еще раз многие из вас были удостоены медалями, орденами со стороны государства. Сегодня утром я подписал указ по предложению вашей структуры, которая представляет указ по награждению 6 ветеранов медалями. Это очень важно, это очень хороший сигнал, чтобы люди помнили. Люди помнили о том, что вы настоящий герой. Последние годы причудливые политики и война на Ближнем Востоке, террористические армии, черные знамена и хаос доказали, что наш подвиг не был случайным. В афганской кампании приняли участие более 12,5 тысяч уроженцев советской Молдавии. 301 воин не вернулся с полей сражений. В память о них пришедшие возложили цветы. Ветеран войны в Афганистане Виктор Карпов показывает многочисленные награды. Среди них орден боевого красного знамени. Его он получил за успешное выполнение боевых операций. Я как командир батальона отвечал за каждого человека. За меня даже любой один погибший — это трагедия была. И поэтому наша задача была как можно
больше спасти людей. После официальной части нынешние военнослужащие накормили ветеранов традиционным блюдом – солдатской гречневой кашей и напоили горячим чаем. Таким воины-интернационалисты запомнят вкус этого праздника. В том, что это именно праздник, они не сомневаются, потому что окончание любой войны – это торжество мира. Началась подготовка к визиту в Молдову патриарха Московского и всея Руси Кирилла. Это стало ключевой темой беседы Игоря Дадона с митрополитом Кишиневским и всея Молдовы Владимиром в монастыре Каприяна. Высокопоставленные лица обсудили подготовку к предстоящему визиту в Молдову патриарха Московского и всея Руси Кирилла, который должен состояться во второй половине текущего года. Об этом глава государства сообщил на своей странице в одной из социальных сетей. Вместе с митрополитом Владимиром мы поклонились мощам святого митрополита Гавриила Бенулеску Бадони и помолились за крепкое здоровье и благополучие молдавского народа. Президент Молдовы также напомнил о том, что село Каприяна имеет большое значение для него, так как это родное село его матери. Кроме того, в августе 2016 года здесь была запущена избирательная кампания Игоря Дадона на президентских выборах. Такой была эта неделя глазами журналистов телеканала «Акцент ТВ». И что бы ни говорили вокруг вас, расставляйте правильные акценты. Вы смотрели «Акценты недели».